بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, о закутавшийся в свои одеяния, проводи ночь в молитвах, за исключением малой ее части, половины или чуть меньше того, или же больше половины, и читай Коран отчетливо. Воистину, мы ниспошлем тебе, о посланник, слова весомые. Воистину, молитвы ночные действеннее и яснее по восприятию, чем дневные, ведь днем у тебя полно забот. Вспоминай же, прославляя имя твоего Господа, и ночами себя посвяти поклонением Ему, Господу Востока и Запада. Нет иного божества, кроме Него. Так возьми же Его покровителем себе. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Терпимо относись к словам мекканских многобожников и устраняйся от них достойным образом. Оставь мне тех, кто Коран не признает. Наслаждаясь всеми благами земли и дай им короткую отсрочку. Воистину, ведь есть у нас для них оковы и огонь адский, еда, от которой они давятся, и есть мучительные наказания. В тот день, когда земля и горы сотрясутся, и горы превратятся в сыпучие холмы, إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Воистину, мы послали к вам, о мекканцы, посланника Мухаммада, который будет свидетельствовать против вас в день воскресения, так же, как и отправили посланника Мусу к фараону. Но фараон ослушался нашего посланника
и мы его за это жестоко наказали. Так как же вы спасетесь, коль не уверуете вы в тот день наказания, день, когда от ужаса младенцы даже поседеют? Небо тогда расколется, и обещание Аллаха непременно сбудется. Воистину, это увещевание всякому, кто пожелает стать на путь к своему Господу. Инна раббака яъляму аннака такуму адна мин сулусай-ль-лейли ва нисфаху ва сулусаху ва таифатум мин аллазина маъак. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Воистину, Мухаммад, твой Господь знает, что ты и некоторые твои последователи проводите в поклонении Аллаху менее 2/3 ночи, иногда половину или треть ночи. Он лишь один знает меру и размеряет вам ночь и день, и потому облегчил вам это. Так читайте же из Корана столько, сколько доступно для вас. Он ведь знает, что среди вас есть больные. Некоторые из вас странствуют по земле в поисках милости Аллаха, а другие сражаются на пути Аллаха. Так читайте же из Корана то, что доступно для вас. Совершайте вовремя по часам молитву, раздавайте закят и давайте Аллаху заем прекрасный, расходуя на благие дела. Ведь вы, какое бы добро для себя ни приготовили заранее, найдете вы его у Аллаха лучшим и большим по награде. Просите же за ваши грехи прощения у Аллаха, ведь Он всепрощающий, всемилосердный.